Ну да, но я перейду в игру на полный экран, и мне неудобно будет настраивать. Ну окей, короче. Что-то я еще хотел сказать. А, ну то, что это мем типа про сумерки, то, что на любую фигню, там, на видео дерущихся кошки и собаки могли писать, что, ну, все равно это лучше любовная история, чем сумерки. Типа это было в те древние времена, когда сумерки были популярны. Я не стала, короче, переводить этот мем и запихала его так, как он был. Так. Да блин. Игра. Доисторическая. Так, а со звуком как? Ну, в смысле, с игрой вместе как? Так, вот сейчас как? Пам-пам-пам-пам. Пам-пам. И голос, и музыку, или только голос? Ну, говорю, 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 говорю что-нибудь. Ну, я просто отворачиваюсь, да, я так поняла, что если отворачиваться, то звук сильно меняется. Блин, почему все так сложно? За что? А теперь? А так? А сейчас? А уже приехали? Я не хочу стримить, это слишком сложно. Ну, блин, я готовилась. Я проверяла даже, как бы. Сейчас. А музыку слышно вообще нормально? Хотя бы. Тут же такая прекрасная музыка, нельзя же ее упускать. А, ну ладно, хорошо. Окей. Так, короче, я когда-то проходила эту игру. Это было очень давно. И это была вообще первая игра, я не знала, что такие существуют, поэтому я такая, о боже мой, какая крутая игра. Короче, изначально были игры с поиском предметов. Hidden Objects, которые, ну, они сейчас есть, конечно же. А потом их стали усовершенствовать, появились Hidden Objects Puzzle Adventure, вот такая. То есть тут, кроме поиска предметов, которого не так много, тут всякие пазлики, история прикручена великой любви. Поэтому я решила ее к 14 февраля постепенно начать стримить. Я не знаю, насколько она длинная, на самом деле, даже. Мне кажется, она, ну, то есть, как я прохожу, это будет довольно долго, мне кажется. Ну и вот, это, короче, была первая игра, которую я такую нашла. Но после этого я особо в них и не играла, потому что они все до жути одинаковые. То есть, не знаю. То есть они воспринимаются абсолютно одинаково, хотя вроде бы там разные истории и все такое, там всегда вот такие красивые фоны всякие разные. Все это почему-то очень однообразно. О, привет, ман. А чё ты не спишь? Мог бы спать в нормальное время, как человек. А то назвался человеком, а не спишь, как человек. Короче, ладно. И что?
Ну, короче, нет, мы эксперт, конечно же. It's a time when humans and creatures of magic lived in О harmony. боже. Werecats, known as Felices, had married human women. But one day the harmony broke, and a war began. Ну, короче, я бы не успела это прочитать, конечно же. Split into two realms, the kingdom of the Felices and the land of the humans. Блин, могли бы заставку перевести, вот ленивые жопы. The humans overthrew their gods, and they outlawed magic and magic creatures. In spite of this, love arose to take the place of hate, and life defeated death. Eveline, the daughter of a hunter, fell in love with a werecat, the sworn enemy of the humans. Their love was a crime. What lies ahead for our characters? Ну ладно, окей, у него есть человеческая форма, но она не сильно лучше. You will know everything. For now, a young couple has полюбила met кота. In the thick of the forbidden forest. Ну блин, они довольно... You're not exactly master of choosing places for our dates, are you? I was barely able to find the path. I chose this place for a reason. For a reason. Он какой-то мексиканец. Really? I've never seen a dragon. My father and the hunters killed the last one. No, they didn't. If you tame a baby dragon, it will be your faithful helper. Come closer. Ты его озвучивал. О, боже. It's me, Mario. Блин, я не помню эту озвучку. Мне кажется, я играла либо вообще без озвучки, либо она все-таки была русская. Короче, эта игра даже на PS3 была вроде бы. Блин, я хочу еще раз послушать это вступление, потому что оно супер ржачное. Блин, я что-то выбрала какой-то суперэкспертный режим и не знаю, что делать теперь. Аурелио. Его зовут Аурелио. О, боже мой, какая прелесть. Вот чудеса, маленькие дракончики. Я еще никогда не видел их живьем. Интересно, а мертвые не видел? Вот это заставки. Тут нельзя умереть, родной. Что ты меня позоришь? There he is, the werecat. Catch him! Don't lose him! No one will look for us there. Catch the feelings! Catch the beast! Faster! Они просто любили друг друга. Почему люди так жестоки? Не умирай. Релио, do you hear me? What happened to you, darling? It's just a scratch. Was the bullet made of silver? I must clean the wound as soon as possible. Блин, серьезно? Типа тут только английская звучка? Ну ладно. Промыть рану. Едите его, конечно, колбасить. Ручка от окна. Полезная вещь. Или это что, карта? Карта. Вау. Прикольно. Какие-то записки. Блин, по-моему, реально не стоило брать эксперта. Я же не помню, как тут играть. I'm in love. Aurelio doesn't look like everyone else, but that's okay. He's kind. He knows many things. He even understands the mysteries of the Forbidden Forest. That's where we met. He told me he left his family and lives alone, far from the others.
Сбежал в лес. Нормально. Something amazing happened today. Aurelio gave me a little dragon for my birthday. He seems to think we're his parents. I've never been happier. Но это не настоящая карта. We were running as quickly as we could, even though Aurelio was wounded. He looked pale, and then he fainted. I guess the bullets were made of silver. Did the hunters know Aurelio is a Felice? Silver is deadly to them. The most important thing I can do is help my beloved. Everything else can wait. Что тут за... Блин, я сейчас вспомнила, что мы играли в такую херню, типа в школе. Но я не помню, что там надо было делать. Там, короче, надо было вот так цифры рисовать, и потом что-то зачеркивать. Блин. Сейчас буду любить близко. Блин, я помню, как я рисовала такую. Ну, по крайней мере, это было похоже. Я никогда в жизни не вспомню, какие там правила были. Никто в такое не играл. Так. Это что, проиграть заставку? Мне немного странно. Ну, странно. Страшно проигрывать заставку. Так, где было, где? А, вот это мой голос. Просто ее озвучку проиграл. Это какой-то компас? По-моему, дракончик. Да, это подсказка. А компас чё? А, ясно. Неважно. Училась в школе КГБ. Посуды зачем? По-моему, там что-то с днем рождения было связано, что ли? Да, сложно. Я буду вечность проходить эту игру. Вы посмотрите, сколько у меня будет времени, наверное. А как мне выйти с этого... Камон. Куда-нибудь выйти можно? Я не умею играть в игры. Я типа прям тут должна что-то... Можно его убить ручкой от окна, чтобы он не мучился? Это может пригодиться мне в дальнейшем. Тут как-то надо... Тут можно как-то выходить? Или я могу на карту выйти? Ну, по идее, не могу никуда выйти. Мы в спальне. И все, у меня все закрыто. Да что с тобой делать? Чем промывать? Дайте что-нибудь. Все. Я сдаюсь. А, ну типа, она вылезет в окно. Ну, оно не получается. Мне что-то... Так. Сухая тряпка не годится, нужно ее намочить. Да что? Чем? Блин, ужас какой. Почему я не выбрала? Может быть, пока не поздно переиграть на это самое? На казуальщину? Я просто не пойму, как, ну, типа, с вот этой... Ну, ручкой не получается его добить. Мне кажется, я могу выйти с вот этого куска, но я не получается. Или я не права? Кто-нибудь видит какую-нибудь воду? Жесть. А что так сложно? Может, она багнутая? Все, ясно, заканчиваем стрим. Под подушкой? Нет. Тут даже курсор меняется, в принципе, на вещь.
Ладно. Лучше поберечь эту вещь. Ну да. Естественно. Да камон! Что началось? Это прохождение. Не хочу смотреть прохождение. И что ты сделал? Ты ничего не можешь сделать, да? Жесть. Он просто про тряпку мне подсказал. Вот гений. The hunters won't think to search my cabin. I can barely believe it. They tried to kill us. And now Aurelio is wounded. I must help him. Игра просто сломана. Я не виноват. О боже. Это ее папаш? Я тут весьма удачно получила. Ага. Шерлок в действии. Кружка воды. О, теперь мы можем намочить тряпку. Я, кстати, не поняла, как я вышла. То ли колесо или крутится. Видимо, ось проржавела, надо бы смазать. Так, отлично. Нам нужна смазка. Врата в сказочный мир. В детстве мне так хотелось туда убежать. Странная картинка. Жуть какая. Под светом молодой луны плывет ладья в объятия змея. Гласит предание старины, Селена их спасти сумеет. Куда же я подевала фигурку от сейфа отца? Он должна быть тут. Ну, возможно, я не могу это пока решить. Ну да, тут должна быть фигурка. Но у меня не получалось. Типа я же нажимала, мне кажется. Или я нажимала на него, и поэтому... Ну, короче, да, сложно, непонятно. О, там еще что-то. Ну-ка, чудесная сила воды не помогла. Теперь нужно перебинтовать руку. Надеюсь, серебро не так опасно для оборотня, как говорят. Чего? Мне потребуются золотые бинты? Что? Что, простите? Зачем ей золотые бинты? Может, это перевод такой или типа правда? Угу. Ничего нового. А чем мы взяли? Сердце. Ну, сюда пойдет. Блин, ну нет, тут для гения. Лодка должна быть рядом со змеей. Да что? Я все зафакапила. Да, лодка. Угу. А
почему игра сама мне подсказывает? Можно узнать. Комитетный портал. Ну, нормально. Вроде бы, все нормально. А? Так, стоп. Не так, разве? Ну, она светит, мне кажется, нормально. Ладно. А она отражает свет луны. А чё не так теперь, игра? Но она же на него светит или нет? Лодка рядом. Чё, что опять? Или она должна быть, допустим, здесь? А-а-а. Здесь нужен ключ. Чего? У меня всё есть для этой херни или нет? Игра лучше знает. Да в песенке ничего нового не написано. Я типа должна получить ключ или... Сложно. А, господи боже. Ничего себе. А, то был не змей, лол. Едите технологии, вот только посмотрите. О, фейерверк. Нормальные у вас тут секретки, конечно. Сомневаюсь, что это пистолет в рабочем состоянии. Это проверь. Так, это чё? Strange. Father never said he fought the Felices, even though he told me about the war. Why did he hide this from me? Охотник Франц изменил ход сражения у Великой Стены. Отважный воин сразил вожака стаи и убрать его славным Франц. А типа газету нашла? А, это газета, да. Все, тут больше ничего. Что это такое? Золотая шерсть. Блин, нам надо бинты прясть из золотой шерсти. Мои рыси, обожаю кошек, даже диких. Они хоть и опасны, но красивые и грациозны. Короче, девочка с детства восхищалась кошками, а потом влюбилась в кошка-мальчик. Гениально. Повезло так повезло. Натюрморт местного художника не пользуется большой популярностью. У каждого в огороде и так полно того, что он рисует. А эту картину все знают. Она есть на обложке наставления «Слово о притворстве и лицемерии дракона фиолетового». Жутко занудство. Ну, блин, у нее в комнате... И тут она удачно получилась. Короче, у нее куча ее портретов. Да хватит. Так, а чем нам колесо смазывать? Анимешница. Так. А, масленка есть, господи. Странно, что масло не заставили отдельно искать. Нетипично для таких игр. Сделать бинты из золотой шерсти совсем не сложно. Я ткала кружево когда-то. Получалось очень красиво. Ну ладно. Давай. Вперед. Все?
Или еще надо? Давай. Золотые бинты быстро заживляют раны. Ай! Почему мне не дали читать? О, ведьмак. Это ты. Aurelio. Теперь он на Баскова похож. Трансформируемся. Так, а что нам кровь показывает? А, по-моему, она его по следам потом будет искать. О, папаша застукал, лол. Сбежал, чтобы не жениться. Эвелин, are you okay? Did that monster hurt you? He's not a monster. How can you say that? Папа, я люблю кошек. Эвелин, it's a felis, a beast, a wild creature from the forbidden forest. You don't know anything about Aurelio. Ты ничего не знаешь, Джон Сноу. We're engaged. What are you talking about? My daughter, the daughter of the chief hunter, is going to marry a werecat. I've never heard of anything more shameful. Father, I love you, but I've made up my mind and you can't change it. Главное, наехал, а потом сидит с таким видом. Типа он тут вообще ни при чем. Пришел посидеть на кровати. Блин, а что там в окне мигает? Просто птицы летают, что ли? Такое ощущение, что там что-то есть. Эвелин, you disgrace me. Позор. Цветочек. Ты что с ним сделать? А, дракончик уже сыт, его не нужно. Чего? Он жрет эти цветки? Ладно. А чё? Можно уйти? Угу. Флюгер мы с папой делали вместе. Это было лет 8 назад. Если я буду читать, наверное, все, я буду миллиард лет это проходить. Отец использует для охлаждения Рома. Лол. Не собираюсь таскать с собой полное ведро воды. Вот неженка. Ебать, нормальный мужик. Еще один подарок. Я должна найти Aurelio. Доченька, поздравляю с днем рождения. Это самое дорогое, что у меня есть. Примет меня этот скромный рукодельный набор. Лол. Такой должен быть у каждой девушки, мечтающей стать хозяйкой. Ясно, все понятно, сексизм. С днем рождения, Эвелина, твой любящий отец. Так часто вижу Aurelio во сне. Кстати, это чтобы отгонять кошмары вообще-то. Судя по всему, он не работает, если она часто его видит. Ой, свинюшка, какая милая. Блин, а чё её нельзя взять? Такой хорошенький. Блин, это папашка, небось. Морские узлы самые крепкие, это тройное морское. Мне ни за что не развязать его. Разрежь. Ладно, и что со мной батя сделает? Найдено записок 3 из 70, а я что, находила другие записки? Крышка накрепко... Это называется накрепко прибита? Тут гвоздь торчит, алло. Ладно. Ой, птенчик. Какой милый птенчик. Тебя вообще кормили, ты столько появился на свет. М-м-м.
Так. Так. Че, у нас только ром есть. А если птенчика накормить ромом? Боюсь, это не подойдет. Стоило попробовать. Так, нам нужно. I knew my beloved Aurelio was a werecat. Let the rest of the town think Felices are wild beasts. And let parents continue to frighten their children with made-up stories about them. My Aurelio is kind, attentive, and as affectionate as a kitten. And I know we're meant to be together. Так, а... Где эти... Слух говорить об этом нынче не дозволено, чего доброго штраф выпишут. Но только все лекари в округе вместе взятые, и те меньше знахарки соображают. Помнишь, как мой Урсул бродячая собака укусила? Так знахарка таких мазей дала ей, что и шрама почти не осталось. И сейчас ее в запретный лес загнали. Или сама она туда ушла от мракобесов наших, не знаю. В общем, если дочку на ноги поставить надо, лучше той старухи тебе не соскать. Это типа вот эту... А, вот это я нашла, понятно. Игра неправильная, в каком смысле? Так, игра вам не слишком громкая все-таки? Тут что-то она мне начала становиться. Так, я, наверное, звуки поправлю. Блин, все равно громко. Это вообще работает? Нужна особая эмблема охоты. Ну, она, наверное, в его котомке, которую надо развязать. Есть кто дома? Ну, хватит, игра, хватит мне тыкать. Лол, там ребенок. Или это не ребенок, а какой-то домовой. Тут живет забавная девчушка, она дразнит всякого, кто видит на крыше. Прикольно. Stop. Who goes there? Entering the Forbidden Forest is prohibited. Forbidden Forest. We only allow those with a pass to continue beyond this point. It's Francis' daughter. I don't care who her dad is. No card, no way. Они разговаривают, как какие-нибудь чуваки из фильма Гая Ричи. Точнее, даже как Барри Баптист или как там его было. Это не она постучала, а я постучала курсором. The only thing these guards know how to do is follow orders. Outwitting them should be easy. Скажите еще что-нибудь. Они смешные. Жалко, нельзя послушать диалог. Мой Аурелио не похож на монстра. Помните, что в теплую погоду активность Фелисов резко возрастает. Какая активность? Держитесь подальше от стены, а если увидите животное в деревне, что маловероятно, ведь мы работаем хорошо, немедленно сообщайте в дом охотников. Обещаем, Фелис будет обезврежен в кратчайшие сроки. Понятно. Она должна защитить нас от жителей запретного леса. О, это красная шапочка. Such strange creatures live beyond the wall. Another world exists just a few steps outside our village, but everyone is afraid of even leaving the settlement. It's strange. Aren't they curious about what's out there? Фильмы, да, норм. Ну, точнее, старый, потому что карта «Деньги, два ствола» мой любимый, а потом уже по убыванию шло. Пропала юная девушка, была одета в сарафан и красный шелковый плащ с капюшоном. Надеюсь, мы найдем с ней все хорошо, это же красная шапочка. Разыскивается похититель девушек по кличке Люкус. Особые приметы куртки, так, понятно, это типа волк и... Куртка из волчьей шкуры и обилие татуировок на всех частях тела. Маньяк зверей при виде красного цвета. Блин, с девочкой точно все хорошо? Или это такая, это, типа, больше нигде не будет отсылок и намек, что она умерла?
Так, ну тут нам нечего делать. Тут нельзя нигде постучать еще. Блин, а чем? Чем открыть ящик? That statue portrays how man has subdued the wild heart of nature. The townspeople are... Блин, я сразу не видела. Это же набор. Понятно. Папин подарок пригодился. 13 числа. Хорошее число. Так, а этот точильный камень, нам ничего не надо было точить. А, я могу открыть, но не можем. Так, закрылся. Блин, смысл вязать морские узлы, если их можно просто разрезать. Нет бы какой-то замок повесить. Ну, хотя сумку в любом случае можно. Ключи от городских ворот. Так. О! Вы видели? Там глаза были кошачьи. Еще покажем. Вы видели? Видели? Читерство. Ну покажите. Или это было просто потому, что я нашла, типа, нужную вещь? О, кошачьи глаза, уверенно, мне просто почудил слов. О! Класс. О, еще заметка. Блин, эти записки можно и пропустить. Мне это не нравится, я не хочу их пропускать. Еду руками едить. Это про что? Ножей никогда не видел. Блин, мелковатый текст на самом деле. Растет в запретном лесу цветок красивый-красивый, и если на него бабочку посадить, то он даст тебе сок. Он из ран всякую пакость вытягивает, кровь чистит. Мне бабка моя как на духу рассказала. А ты неси мне сейчас же двух куриц за свои сомнения, потому как уговор дороже денег. Это тебе каждый скажет. Господи, что за бред? Так. Ведро. Ну, интересно. Короче, это все вставляют. Понятно. That statue portrays how man has subdued. Так, что у нас есть? Ключи и ром. А, ромом же можно было стражников напоить, наверное. А сюда... Когда мне сюда надо будет пройти? Или... Может, в доме можно взять эту эмблему? Типа у папки спереть? Эвелин, ты disgrace me. Да ничего я не позорю, что ты начинаешь? Как вы думаете, я тут все взяла или нет? Да хватит, мы уже видели. О, картина. Это моя акварелька. Акварелька. Ванилька. Когда-то я охотилась на острове Сов с папой, и в дупле этого дерева мы нашли птенчика и выкормили его дома. А куда он делся? Можно узнать. Интересно, это она сама себя рисовала или нет? Наверное, все-таки нет. Так, у него... Ну, у него эта эмблема, типа, он нам не отдаст ее явно, только если его усыпить или типа того. Left a long trail of fiery flowers behind him. The blood of an evil beast. Ну ладно, пойдемте пока туда. Наверное, это подсказка.
Hard-working guards. Frost told me to give you this rum as a reward for your diligent service. Конечно. I hope father won't punish them, but I had no choice. I have to find Aurelio. Там точно ром. Ну его нечем кормить. Ну типа. Короче, ладно. Мне кажется, это не подсказка, а может быть, типа, просто пасхальное яйцо. Напоминание о том, какие твари водятся в ответном лесу. А что это такое? Это скелет мыши, типа, летучий. О, боже, у них реально на двери такая херня висит. Ну что, поехавшая, что ли? Кто станет такой вешать на дверь? Что с папом? He's never been a tyrant, and when he did lock the gate, it wasn't due to my bad behavior. Whatever. I'm resolved to see my beloved Aurelio by any means necessary. Нарисовано это дерево. Эй, ладно. Так. А, их просто надо... И чё? Подберите ключи ко всем замкам. А, ну, в принципе, не сложно, по идее, да? 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 Ладно, это сложно. Да блин, чё, нет? Похоже же. Да... А, всё, я поняла. Ракун сидит, почему? Там тоже такие ворота были? Так, а это чё? Так, не поняла. Это же можно просто перебором тыкать, ну типа, или тут какой-то штраф был бы за этот перебор. О май гад. О боже. Бежим в лес. О, тут музычка такая зловещая, лоу-скелет. Несчастный, как и многие, сложил свою голову на жестокой войне. Когда там эта война была? Я знаю, что мох съедобен и может спасти от голода. Чего? Я не собираюсь задерживаться в этом лесу так долго. Серьезно, считаю? Палка-копалка. На кого рассчитана эта капка? Третье счастье, что не переулок, то загадка. Ну да. Из этого сачка бежит даже заяц. Но мы умеем прясть пряжу, например. Но предметов у нас не осталось. Тут можно еще что-то найти или нет? Aurelio, he looks even worse. I must save him somehow. Стало еще хуже, нет. Блин, помирает, он просто обдолбался грибами. Посмотрите на него. Просто мексиканец, наркоман и... Ну ладно, короче, ладно. Осуждаю сама себя. What? Is he dead? No. He's breathing, but he's lost a lot of blood.
Ну то что, факел? В запретном лесу живет Нахар. Так, а я заметки все прочитала. And an ordinary bandage won't stop the blood. I need help. If I take him to our doctors, they'll call father, and he'll lock me up. I once heard a story about a healer who lives in the Forbidden Forest. Maybe she can help me. Тут можно что-нибудь взять? О, ёжик. Какой. Какой милый ёжик. Интересно, он будет есть сырки? Папа говорил, что ежи в этом лесу обожают грибы. Да. Но тут нельзя грибы взять. Правда, такие вряд ли стоит есть. Кстати, ежи могут есть любую херню. У них такая устойчивость к ядам. Типа, они просто... Просто нет какого яда не подохнут. Просто передоз. Ну, там, кстати, в колодце ведро воды, она такая, я не буду таскать с собой ведро воды. Ну, ай, назад вернулся. Фигурный ключ. Можно сильно обжечься. Да блин, игра. Ого. I've always been scared of bats. Ugh. Чё летучих мышек-то боятся? Дракон полезен. Good boy. Thank you. Чё это такое? Звездный орех. Сто пудов ведьма будет давать задание собрать какие-то ингредиенты. Хотя... Какой противный звук. Лестница сломалась. That rattling startled me. The ladder drew back, cutting off access to the healer's hut. Блин, ну ведьма там современная сигнализация. Дракон. Жесть, конечно, ведьма продвинутая. Фу, жуки. Фу, или это муравьи, а термиты не дадут спокойно починить механизм. Нужно выманить. Гадость. Фу. Так, а это чё? Факел. Можно дать им пожевать факел. Чё это такое? А чё оно? Ну ладно. Стоило попробовать. В жизни не видел такого страшилища. Да ладно тебе. О боже, страшная тыква с руками и с корней. Какой ужас. Я ему не понравилась. Лучше пока не соваться в огород. Ну окей. Так, а это что? Банка с опилками. А, она для термит. Ну, я думаю, тут колокольчик надо найти, так что пока не надо ничего. Да что ты пищишь? О, цветок. Такой же был нарисован. Но надо бабочку найти. Я слышала об этих цветах. Если опылить их, произойдет что-то удивительное. Окей. О, гриб. Это нормальный гриб, да? Да. Интересно, ежу хватит одного гриба? Ну,
Не зря этим лесом пугают детей. А можно факел, наверное, зажечь здесь, только я не знаю для чего, да. А, может быть, факелом можно этого? Как его напугать? Горящий факел. А ну-ка. Блин, хоть бы она разные эти реплики говорила, какие-то прикольные, они просто от этого не выходят. На. Теперь я могу заглянуть внутрь. Что это такое? Синевика. Синевика. Совсем меня не боится. Чего ему тебя бояться? О, тут какая-то... Здесь чего-то не хватает. Ну а где я его возьму тебе, блин? Да, я тоже думаю, тыкву. Так, а сюда я еще не ходила. О, это та сова, которую она... А, нет. Я думаю, та сова, которую она, типа, выкормила. Нас здесь пугали рассказами об этих одноглазых великанах. Это, типа, одноглазый череп или... Застряну здесь. Да нет. Угу. Огромный капкан. Да камон, что, нельзя обойти этот капкан? А, ладно. Там было, по-моему, про сову написано. Дышать этим газом невозможно, зато он незаменим при создании фейерверка. Поджечь. Блин, я бы не стала вот тут огонь использовать, это ж капец. Жесть. Самоубийца. Да чего красиво? А, на нее сачок нужен. О боже. Дверь не так уж страшно. Ну да, мила. У него даже крылышко есть клоун. Интересно, что ему надо? Дракон был ручным. Тут надел на него член. А что там такое? Это же сорока какая-то. Ну ладно. Так, нужно как-то сачок починить. Блин, а как дом ведьмы открыть? Ты чё, светлая точка? Мне кажется, я не соображу, как эту сигнализацию открыть. Этот факел потратился, значит, с ним пока нельзя разобраться. Ну ладно, сейчас. Да ладно, не переживай, все когда-нибудь найдется, типа. Если на него нажимать, то мигать цветок. Так. Банка с опилками. А. Игра готова. Откуда ты знаешь, Шарк? Что за профессиональный взгляд? О, можно того этого накормить. Короче, я не знаю, как этого болотного зверёныша назвать. Но я думаю, он сожрёт термит. Половинка. Типа, где ее взять? Так. Все?
О, это дом мне откроет. Блин, нет, нет, только не такие задачки, я не хочу думать. Год игры «Веселую ферму». Ну нет, а Лавар, он локализует игры, то есть это игра, ну она все равно, типа она скорее всего от Big Fish, которая делает такие игры. Ну Big Fish тоже на типа издателя, а делают, ну как бы хер я знаю, кто ее делал. Какая-то, ну, своя команда ее делала. То есть они, ну, как бы они все разные, эти игры, но при этом они все одинаковые. Блин, я так не хочу думать, Рейли, просто. Можно я просто буду нажимать и нажимать, и когда-нибудь оно решится. О, она зажглась. А, они все зажглись, блин. Я думала, уж что-то это. Так, а какая? А чё такое? Чё за... Чё там запищало? Какая часть вот с этого угла? А, поняла. Господи, за шо? Там крыша. Так, где крыша? А, понял. И... Всё, господи, слава богу. Так, можно зайти? Нет, нельзя. Go away, beast. Ouch. It's not real. So why am I scared? The Belch Frog is an amazing creature. Perhaps its hideous appearance scares people off, but it didn't ask to be born that way. Besides, looks can be deceiving. Загадка из Дефлита. Так. Кто-то бан хочет, похоже. Всё, Редмонс, будешь играть в такую игру тоже теперь. Я тебе найду какую-нибудь для трёхлетних. Что там было? Что это такое? Шнур? Камон. Жук. У него типа маленький жук должен быть на башке. Ну ладно. Ясно, понятно. Понятно, ясно. Так, а сюда желудь? Блин. О-о-о. Открывайся. Здесь живет маленькая белочка. У белочки-хозяйки явно есть вкус, так уютно. Зачем ей кровать? Где она ее взяла? Где она взяла кровать? Белочка, капец. Забавно. А чё тут, типа... Я зазря это открыла? Можно что-то вообще сделать? А, блин, ого. Это что? А, это просто посмотрю. А где там на карте показывалось, сколько я нашла записок? О, я могу телепортиться или нет? Ого, фига себе. Прикольно. Так, а где записки? Мне, блядь, 9%, капец. Так, если я за один стрим пройду 10%, то мне надо 10 стримов получать.
Белочка живет лучше тебя. Это грустно. Так, я забыла, что я хотела. А, ну нам надо в дом. Блин, жалко, не дали камни спиздить, они красивые. Бабуль, у тебя тут система это самая нехилая, конечно. Help! Help me! There's a young man, a Feliz. He's badly injured. A hunter shot him with a silver bullet. Do something, please. A Feliz? It's been a long time since I've seen one of their kind. Fortunately, I know what to do. There's a potion that can heal his wound, but making it is beyond my powers. Only one who loves him can make it. Here you are. Take the potion recipe and this pot. This is no ordinary pot, as you can make potions in it without a fire. Think of it as your birthday present from me. How do you know about my birthday? Я слежу за тобой. Ты посмотри, какой у неё удобный. I just know certain things, Eveline. Now hurry. Ну просто ФСБшница под прикрытием. Feel free to use anything in the hut. Мне кажется, термитов нужно эту рыгушку кормить термитами, а не птенца. Ну, хрен его знает. Мне кажется, птенец просто. Вообще. Так, что я сделала? Я пропустила. I'm inside the healer's hut. She promised to help me, although I have to make the potion myself. I thought she was gonna make it. But there's a reason I need to do it. I'll manage. I just need to find a couple of herbs. It should be as easy as making soup. Бабулька не очень на этом портрете. Почему у нее голос такой молодой? Они не смогли найти, типа... Ну, что это такое? Деталь был волок. Крюк, кошка и шнур. А их можно прям так соединить? Нет, не знаю. Должна быть круглая такая штука. А зачем эти грибы, типа, на них везде можно нажимать? У них же нет доступа. А, ягоды? Не, ягоды, я думаю, для зелья. Ворон. И чё? Ой, нос чешется. И нахрена нам ворон? Люди обычно не любят ворон. Ну да, ведьмы любят. О, понятно. А можно ягоды обратно, они мне пригодятся? Блин, довольная чучело. Прикольно. Блин, а тут правильная последовательность или нет? Или просто? Короче, нет. Чеснок. Дайте чеснок. Пригодится. Квест по массиву. Может быть. Потом будешь говорить, что Масян не для трехлетних. Пугало с огорода только выглядит гораздо симпатичнее и добрее. Правду говорят, что улыбка способна творить чудеса. Только вот как мне заставить его улыбнуться? Я забыла, для чего компас. А, вспомнила. Так, у меня есть часть? Фишка со смертью. Чашка. Зачем чай? А. Да дайте. Yeah.
Да, про Куваева знаю, ну точнее. Father has lied to me since I was a child. So whose daughter am I? Лол. Папка врал. Охотник Франц удочерил спасенного ребенка. Недавно наши доблестные охотники вырвали младенца из лап злобного лиса. Он не подпускал людей к малышке и вел себя агрессивно. Охотники прикончили тварь, спасли девочку. Блин, музыка, конечно. Родители девочки найти не удалось, его дочерил охотник Франц. Теперь у маленькой Эвелины есть семья и дом. Типа, это было в новостях, буквально каждый человек в городе об этом знает, но она не знала. Звучит достоверно. No, this can't be true. If it is, father has lied to me since I was a child. Что это такое? Рукавица? Угу. Бабуль, ты не знаешь, кто наша мать? Hurry, find the ingredients you need and make the potion. А где варить-то? А. Такая фигура, любого грабителя испугается. Прям грабители боятся горгули. Счет, чаша. Так где готовить? Только я такая тупая или что? Hurry, find the ingredients you need and make the potion. Так как мне узнать, какие ингредиенты? Угу. Такая листья вивры, сок золотой ягоды, чешуйки рыгушки. А как она выглядит? У меня ничего нету, да? Короче, потом надо будет тут готовить, что-то типа мини-игра. О, терка, лол. Мини-игра с готовкой. Ну так на огонь не получалось. Тут надо было на котел нажать, а не на огонь. Так-то. Так что не умничай. Повелитель квестов для трехлетних. Так, а можно уже позвякать? Или нам колокольчик нужен? А у меня его нет. А, не с... Так. Лёг кошка. А, мне надо эту вивру взять. Ну, короче, я... Так, где там карта? Так. How could this be? My father, the beloved man who raised me. He adopted me. Why did he hide this from me? Not only that, but he lied about the Felices. That creature was protecting me. I wonder... Is my life somehow connected to these amazing beings? Почему ты в глаза нарисовал? Прошел за один стрим. Да-да. Эти детали головоломки в пне. В каком пне? А где эти? Жук покатун. Конфетный агрегат. Шарик в шоколаде катает. Чего? Может, орешек катать и зефирку в шоколаде? Какая же. А вы-то думали, как конфеты делают? Блин. Так, я куда-то не туда вышла. С тобой ничего нельзя сделать? Ну ладно.
Почему нельзя было факелом сжечь до того, как факел потратил? Кофе из фекалий. Ну его не из фекалий делают, его оттуда достают. А, ее надо почистить. Угу. А, они прям в котел идут. Блин, ограбила животное просто. Ободрала у нее чешую. Нехорошая женщина. А ты будешь этих самых? Термитов, наверное, действительно птенчику надо. Пока эти глаза просто смотрят, но не приближаются ко мне, боятся ничего. Какая уверенная в себе женщина. А чем? А. Птица даже не улетела, ей похуй. Сороки обожают все блестящее. Она сейчас украдет, да? Слишком узкая щель. Понятно. Но у меня нечем. А! Сороку тут просто по приколу. Это колокольчик. Она просто по приколу сделана, она даже не для чего, типа. Блин, а в город мне вообще не надо больше возвращаться, я так понимаю. А вдруг я там не все нашла? Так, а их надо по животным распределить или нет? Так, тут желуди. Тут курица. И я почему опять все сложно? Поверните все колокольчики так, чтобы рисунки на них соответствовали пристрастиями к еде, изображенных животных. А, у нее орехи должны быть. А как их это? А, тут по два должно быть, типа. А, поняла. Слишком сложно. Не хочу. Можно просто натыкать их. Они же по двое крутятся, блин. Сложно. Типа пропускать можно, я так понимаю. Ну ладно. Пропускать неинтересно. Да я, честно говоря, вообще не понимаю, как оно работает. Типа это правильно. Угу. Но медведи же жрут рыбу, да? И птица жрет жуков. Тоже правильно. И червяков тоже правильно.
Это же Чижик-Пыжик. А почему тут Чижик-Пыжик? Это же не русская игра, то есть у них своя какая-то песня такая есть. Надо прочитать про Чижика-Пыжика где-нибудь. Верно говорят, в каждом из нас есть что-то хорошее. Милаха Пугало. Так. Растение может оказаться ядовитым. Блин, глаза. Ничего себе. Осуждающий взгляд. Да я бы не сказала, что он осуждающий. Нихера не помню. Ну там последовательность была, типа слева направо. Или ты про Чижика-Пыжика не понял? Блин, он так мило танцует. Прикольно. О, рожа. А вот вдруг я там не все пронажимала? Я хочу все увидеть. Дерево похоже на городского архивариуса. Когда нажимаешь на предметы, там всплывает, всплывает ее комментарий, типа. Я просто читаю, меня не пускают. Ну вот, например, видишь, дерево похоже на городского архивариуса. Я просто не целиком еще прочитала. Так, а что у меня? Сок золотой ягоды где? А, ну блин, это бабочку, я не знаю как. Шнур и чашка у меня. Я не знаю как сачок починить. Детали головоломки. Не в... А, так, стоп. На карте деньги должно быть. Опять сообщение. Так, это... Блин, они с подсказками. Так-то легкая игра. Так, в каком пне-то? Поняла. Но я не нашла их. Где их найду? Игра несправедлива. Тут я что-то... Блин. Ты хочешь сказать, что мне не 3 года, да? Ты что-то знаешь? Терапист. Кстати, учитывая, как долго я все ищу, чувак должен был умереть, мне кажется. Вряд ли бы он выжил. О, я тут раз не нашла записку. Рыгушка. Полезная в хозяйстве зверюга. На ее шкуре растут самоцветные чешуйки. Надо их только очистить от грязи. Еще братья гоблины пользуют слизь рыгушек для склейки и ремонта вещей. Продают ее всему волшебному народу в флажках и склянках.
Мне 5, и зовут меня Дима. Взял и... Короче, понятно. Ты знаешь, что нельзя разглашать по закону типа, информацию о людях, если я не против? Я что-то не выхожу. Мне кажется, я что-то не вижу просто. Типа, должна видеть, но не вижу. Извинениями дело не поправишь. Отлично, просто шнуром залатали. Просто зашибись, конечно. Это же элементарно. Ясно, понятно. Так, мама, теперь нам. Бедная бабочка. Ну ладно, мы ей хотя бы клёвый цветочек покажем. Блин, я не сюда хотела. Его просить. Туру. Один смах крыльев бабочки так преобразил цветок. Да не говори. О, это золотая ягода, из которой нам сок надо. А, его в чаш. Блин, что-то жрать захотелось от этой золотой ягоды, если честно. Ясно учит готовить. Блин, я скривил. Золотые бинты она на прялке делала, а тут она просто взяла шнурок, типа, ну, мне кажется, так не починишь. Пригоните сок ягоды и истолчите чешую. Блин. Он сам полигонится, даже делать ничего не надо. Алхимия. О, да за шо? Золотые бинты. Так там была золотая шерсть, понимаешь? Как у этого. Как его? Золотой баран, который в греческих них. Золотое руно. Другое дело, откуда у нее в доме была золотая шерсть? Вот это интересный вопрос. Что надо делать? А? Редмонс, ты так же готовишь? У тебя есть стрелочки? Блин, а там еще надо будет другие зелья готовить. Блин, их там много было. I've learned how to make the healer's potions. Although the potion I made looks more like cough syrup than something with wonder-working qualities, I have no choice but to give it to Aurelio. He's bleeding, and I must do something. Ну, судя по Рому, он еще и алканавт и органавт в одном лице.
Так. Блин, а заметки идут в, ну, типа, в порядке или нет? Они никак не... Будет грустно, если я не все найду. Я расстроюсь. Так, я запуталась, куда мне... А, мне надо лечить этого умирающего. Живи. Ну-ка. Блин, катсцена, это, конечно, нечто. Летит наркоманин. Почему птица ожила? Potion helped. Oh, Aurelio, I was afraid I'd never see you again. You can't imagine how frightened I was. Evelyn, everything will be okay. Trust me. But we're not safe here. The hunters know I'm a feline, so we must run. Run! Run? To where? There's nowhere they can't find us. You're right. We can't hide in the realm of the felines either. Our ruler, Marbrub, is looking for me because I... Our ruler. Run, run. I'll stop them. Run, Evelyn. Wait, what's that? Aurelio! Ничего себе. Evelyn! Похищение. How horrible. Kidnap. I must rescue him. Что началось-то? Don't despair, Evelyn. I can help you. Aurelio is in the realm of the Felizes. He crossed the border between our worlds. But we can open the gate, and you can step through it. We need a potion in order to open the portal. Unfortunately, the hunters took the recipe. It opens the gate that leads to their house. Блин, бабки слишком много знают. Да давай, давай. Нет, у него прям типа такой мексиканский акцент. Но они это сделали, потому что он типа кот, но он же должен как-то все-таки не совсем по-человечески говорить. Но это забавно очень звучит, прям ржачно. Чу-чу-чу-чу. Цветы совсем погасли. Я отсвечиться вниз. Так, нам в домик только, да? Больше ничего. Блин, сложная игра. А, у нас еще вот это не открыто. Я, блин, не знаю, как это открывать, конечно. Откуда у бабки эта эмблема? Вот в чем вопрос. Понятно. Монетка. Зачем нам моя стрекоза? Какая огромная стрекоза. И не говори. Да стоп, стрекоза, вернись. Или это не она к нам еще? Блин, если я открою видос, он у меня со звуком, скорее всего, откроется. Скинь мне лучше в личку, я потом посмотрю. А, ну или, в принципе, я, наверное, смогу открыть сейчас. Если он не сильно убежит вниз. Так, это типа мечник. А чё не так-то? Чё же... А, поняла. Типа лучник не там, по-моему. А как их двигать? А, стоп. Какой херью их двигать конкретно? Можно узнать? А, эти не двигаются. А-а-а.
Блин. Все очень плохо. Все очень плохо. Так, с какого лучше? А тут нет кнопки перезагрузки? Типа, в других была кнопка перезагрузки. Так, а если я заново открою? Блин. Надо типа какую-то систему придумать, но нет. Нет, так не выйдет на самом деле. Блин, все плохо. Блин, она же должна как-то проще решаться, мне кажется. В таких играх не делают прям капец какие сложные задачки же обычно. Я, по-моему, уже неправильно пошла, типа. Мне надо было в каком-то обратном порядке их передвигать. Типа сначала голову. Но я так не могу. Резетнуть? Почему нельзя резетнуть? Вот этот контент, конечно. Меня кверх ногами. За шо? Ладно. Типа потом по кругу можно будет провести, я думаю. И это тоже неправильно. Да господи. Почему так сложно? Отвратительно. Ну они должны, типа, вот лучник. Вот этот топор, вот этот мечник посередине. Мне кажется, я сейчас в тупик зайду, прям конкретно такой тупик. В очень плохой тупик. Ой, все плохо, все плохо, все плохо. Ну, я вообще могу скипнуть, конечно, но... Блин, какая дичь. Блин, это должно как-то просто делаться. Это точно не должно быть вот так. Это какой-то капец. Я прям на 100% уверена, что так оно не должно быть. Да нет, блин. Все плохо. Ну, сейчас вроде должно выправиться. Ну, я потом...
Блин, теперь с этими тоже кровизна. Жесть. Это все очень плохо. Но так я просто как-то супер по-кривому это делаю. Мне кажется, там вообще в пару движений это делаю. Ну, не в пару, конечно, но достаточно легко это должно было делаться. Так, это ниже. Но изначально лучник был вот тут, а топорщик, ну, короче, крайние фигуры были местами поменьше. Блин, ужасно просто. Зелье лунного света. Кровь старого дракона, ну, это тот скелет. Древняя монета. А, скорлупа эту птенчика. В этом шкафу хранятся конфискованные волшебные вещи. Почему игра сама громче становится? Всегда в мире. Спасибо. Дневник Франца, начальника дома охотников, смотрителя отчетного караула. Воспоминания о том дне никогда не сотрутся из моей памяти. Огромный огнедышащий дракон сел рядом с нашей деревней. Все подумали, что он выжжет всю округу, и мы напали первыми. Блин, просто напали на беззащитного дракона. Мне тогда еще и 20 не было. Хлебнули мы страху и огня, но победили в итоге. На память с того дня мне осталась часть драконьего шлема. В то время это было огромной редкостью, и продать диковину можно было задорого, но я так и не продал. Трофей этот я держу в тайнике над входом в охотничий дом. Надо бы оштрафовать себя за хранение запрещенных вещей. До сих пор вижу глаза того дракона. Если сведет судьба с этими существами еще раз, никогда не буду убивать. Я знаю, что с драконами можно договориться. В тот день изменил всю мою жизнь. Мы с ребятами патрулировали наш участок, когда на опушке появился королевский фелис. Огромный зверь, сияющий золотой шерстью. Это, может быть, его шерсть была, типа, дома? В зубах чудище держало колыбельку. Нам и делать ничего особо не пришлось. Монстр был смертельно ранен и сдох самостоятельно. А в корзинке была девочка, совсем еще малышка, сущий ангел. Румянец, щечки и улыбка. Девчушка даже не испугалась. Я только взглянул ей в глаза и решил, будет она мне холостяку родной дочкой. Блин, нет бы жениться. Батя мне не раздавается, девочки. Все равно один живу. Блин, ты один живешь, как ты мог за ребенком следить? Капец, это безответственно. Я тогда сразу почувствовала, что Эльвина особенная, что есть невиданная волшебная сила. Если узнает инквизитор, убьют и на возраст не посмотрит. Вот решил скрывать от доченьки правду.
чтобы глупость не совершила себя и не погубила. Кто же мог знать, что дочка такой красавицей станет? Моя Эви всю жизнь мне отрадой была, хоть и проказничала больше других детишек, а сейчас вот сердце неспокойно из-за нее. Я часто думаю про того Фелиса, который ее нашел в колыбель. Правильно ли мы поступили тогда? Теперь кошек в нашем городе никто не любит. Уж больно повадками они на Фелисов похожи. Блин, бедные кошки. Это я наверняка знаю, сколько их перегонял за свою жизнь. Шарик. Да все у нас о том и говорят, что если кошку на задние лапы поставить, вырастить на пару аршинов, морду подправить немного, Фелиса получится одна порода. Хитеры. А Эвелина моя, наоборот, полюбила этих хвостатых. Вся комната кошками заставлена. Я ей на радость их люгер новый сделала дома. Пусть любуется. Хоть и странно все это, да и от соседских сплетен никуда не деться. Но это не их забота. Я свою дочку баловать буду, как только сумею. Блин, папа хороший так. Мы патрульные охотники да старые солдаты. Бродим ночами по лесу, пугаем разную нечисть. Наутро возвращаемся к женам и детишкам. Уж нам-то, ветеранам, известно поболее об этом мире, о том, каким он был, что с ним стало. Многие из нас кровь проливали на войне с Фелисами, губили это чертово племя, дамажили или травы волшебные пытали. Лишь бы детям не попала волшебная зараза. Перечень конфискованных вещей. Зонт волшебный, идеально защищает от всего смертоносного. Изъят банды грабителей-налетчиков. Магнит для золота. Просто находка для всяких воришек. Строптивый молоток. Этим молотком нельзя забить ни одного гвоздя, а вот вытащить сколько угодно. Отличный лов за неделю. Что за напасть? Ребята мои видели Эвелину с каким-то красавчиком золотоголовым. Ебастый. Не из местных. Сдается мне, что это оборотень Фелис. Сейчас мало кто помнит, что звери в людей перекидываются умеют. Не отличишь, только повадки остаются прежними, кошачьи, двигаются бесшумно и плавно, до воды боятся. Все. Фелис, да. Но она как-то по-другому произносила. Как-то Филяй, Фелис. И не Фелис. На вид обыкновенная шляпа. Что в ней волшебно? Блин, уберите меня. А что тут за код? 3, 2, 2, 4, 1. Это типа открыть тайник? А я все забрала, что тут можно. Зол, молоток, пиво и магнит. Ну, понятно. Что-то я не вижу на этом щите ни царапины. Говорят, война с Фелисами была жестокой. А где? Где тайник? Он сказал, типа, наверху где-то. А чё рыбка прыгает? А. Спасибо, если успеешь. Что-то не так. Что-то не так. Воу. Надо в последовательности нажать. О. Открыть тайник было совсем несложно. Я бы хранила ценности в более укромных местах. Отец или отчим. Такой наивный. Диадема драконов. А должна же быть еще, по-моему, один кусок. Мне совсем не нужно заходить на него. Не, у него написано одна часть драконьего шлема. Так, теперь монетку вытащить. Ну, я и без подсказки открыла, блин. Конечно, некоторые вещи, ну, непростые и так. Блин, стрекоза просто для красоты? Может, можно сделать, чтобы ее рыба поймала?
Хотя стрекозу жалко. А когда-либо прыгнет? Или... Ну-ка. О, она и не жрет. Ну ладно. Я и не собираюсь ловить тебя. Ну как это ты не собираешься? Я хочу. Ну ладно. Радуга. Так, стоп. У нас дети учили запоминать все цвета радуги. Каждый охотник желает знать, где сидит Фелис. Ну блин, там несложно было перебирать. По-моему. Это весело. Будь внимательным. А зачем нам руку? Или они в зелье нужны? Похоже, это самое спелое яблоко. Нет, но я так думаю. Наверное, птенчику можно гусеницу покормить. На. Милота. Обжора. Какой он обжора? Он что, должен был гусеницу разделить на 10 частей и хранить ее на черный день, что ли? Блин, птенчик милый. Можно его еще раз покормить? Я редко обращаю внимание на птиц, но сегодня особенно люблю. Почему редко? Ты же воспитывала какую-то птицу. Какая-то странная женщина. Так, а там чувак? По-моему, там что-то было. Ну ладно. О, мужик! Ой. То есть там не всегда ребенок? И заказать банку, Настя. Жесть. Дофил какой-то с ребенком там живет, по-моему. Дядя Богдан. Папа, я все знаю. Why didn't you tell me you're not my father? How did you find out? В газетах написано. I found an old newspaper. Why did you lie to me all those years? Я так скрывал. Darling, I meant well. I trusted you, father. Блин. Скрытность уровня бог. Как она могла узнать? Об этом всего лишь написали в газете. Да ладно. Darling, I meant well. Жалко чувака. Надеюсь, с ним все будет хорошо. Так. Я хотела про птицу прочитать. А, нет, про дракона. Где птица? Когда-то я охотилась на... На острове сов. Я думала, сова, потому что тут на острове сов. В дупле этого дерева мы нашли птенчика и выкормили его дома. И она говорит, что она редко обращает внимание на птиц. И она не говорит, что стало с этим птенцом, уже прочим. О, цветы пропали, кстати. Которые в крови росли. Блин, ну, конечно, внешность у нее... себе. О, тут меняются диалоги, лол. Оказалось, что Франц не мой родной отец. А все говорили, что мы так похожи. Как после этого верить людям? Вырастили в духовочку, блин. Нет. Так, а что-нибудь еще поменялось? Вряд ли. Скажет, я тут красавица. Ну да. Че бы себя не любить-то, действительно? Это я нашла в почтовом ящике, но до сих пор не знаю имя отправителя. Лол.
Эту кошку мне вручила близкая подруга. Какого подарка ждать мне сегодня? У нее, кстати, сегодня день рождения, она по лесам бегает и все такое. О, цветы шебуршат. Мне кажется, что-то с окном есть какой-то прикол. Я там что-то видела. Но не получается его тыкать. Ну ладно. Там, кстати, такое ощущение, что не хватает... кстати, он что-нибудь скажет? И ничего вообще не срабатывает, нифига. Ладно. Бать нам бухла в честь дыры. Ну да. Такое бухло он солдат выкосила, а ты хочешь, чтобы девушка пила? Ясно. О, колодец больше не нажимается. Блин, жалко. А, славный малыш. Но когда из трактира начнут выставлять засидевшихся гостей, ему придется потесниться. Блин, я уже думала, он скажет, что его сожрут, типа, в трактире. Она бы тут... Если бы она вытащила эту бутылку, выпила бы ее и прям тут бы в луже и валялась со свинюшкой. Эй, самолетик. Да блин, ладно. Прекратите. А, там бумажка какая? Меня теперь это... Параноид насчет бумажек. О, опять глаза. Ладно. О, яблок. Все? Ну, просто его сожрала. Окей. А что у нас есть? Угу. Угу. А что тут классное? Ладно. А, так это кости, это его этот самый скелет. Блин, бедный дракон, реально. Вот это чудеса. Правда. Вот это да, никогда не видел ничего подобного. Это амулет Селены, я полагаю. Он должен сиять. Да что началось? Думаю, это тот самый лунный алтарь, о котором говорила знахарка. Но кристаллы тусклые, нужен лунный свет. Ладно, мы, наверное, не можем его починить. Я же не доделаю. О, вот, куски. Это что? Неужели она плачет? Статуя, не плачь, плес. Блин, статуя плачет, по-моему. Это все очень грустно. Это алтарь богини Луны Селены. Долгое время люди ей поклонялись, но после войны все храмы разрушили. Отец рассказывал мне об этом. Даже запустение ощущается его былое величие. Deep in the forest, I found a strange place that looks like an ancient altar. It's beautiful. It used to belong to Selena, goddess of the moon. I've heard stories about how she held the strings that controlled the world and then let go of them. I don't know if the stories are true, but remnants of life before the war, when humans and fairies lived together in peace, can still be found in the Forbidden Forest. Остатки довоенной жизни.
что вообще воевать начали? О боже. А. Чё-то много. Всеобщий приказ. Феи, пикси и прочая нечисть объявляется вне закона. За убийство любой волшебной твари премия 10 серебряных монет на фунт веса. То есть убивать фею невыгодно. А отец мой не так прост. Я была уверена, что он ярый противник волшебства, а он по нему грустит. Более того, у него есть часть шлема дракона. За ее хранение под стражу берут дракон, это признано выдумкой. Так, это я читала. На границе запретного леса были обнаружены следы злобных пикси. Они накладывают на людей колдовские чары, заставляют творить разные непотребства, петь глупые песни, изображать животных, танцевать без остановки. Жертвами становятся торговцы, проезжающие мимо леса со своими караванами. Клятые пикси. Парам-пам-пам-пам. Так, все? Что там за куски мы нашли? А, ну это зеленый. А где еще брать? Кривой кинжал. А, ну я тут и так. А, я могу их порезать? Блин, конечно, надо в несколько этапов это сделать. Почему бы и нет? This used to be the temple of the goddess Selena. Now it's in ruins. Nevertheless, the stone still holds some magic. This is where you can cross the border between the worlds. To do so, you'll need to charge Selena's locket with the power of moonlight. Блин, она говорит то, типа... Ну, то, что... Когда мы пришли к алтарю, она сказала, что... Ну, ведьма же говорила про это, но на самом деле она только сейчас сказала. Да, про Ван Холлем я видела его стрим, типа... Ну, я видела клипы, и, короче... Да, он забавный чувак, прикольный. Как казалось. Сидел, ржал, смотрел гач. Че это за хрень? Фишка с собой. Какой же гигантской была эта статуя. Я легко могла бы уместиться в одну ее ладонь. Маникюрчик. Ну да, кстати, статуя пиздец огромная. Че, реально такое сделать? Ну хотя. Статуя свободы, всякое такое. О, мне надо две фишки. Чё он там пишет? Сколько разных животных? Всего три! Сколько разных животных? Кажется, под водой что-то есть. Ясно. По-моему, она что-то еще говорила. Нет? Мне показал. Всегда грустно смотреть на покинутые места. Представляю, как тут было красиво много лет назад. Да, ничего так. Неплохо. Вот почему строго... А, вот почему строго лицо люди называют каменным. Никогда не видела, чтобы статуи улыбались. Почему бы и нет? Статуя крепко удерживает медальон. Можно что-нибудь найти? Можно у нее забрать из рук что-нибудь? Нет. Тут вообще ничего нету. Зачем я сюда приходила? Иди, будем гадить. While I was growing up, father would let me read any books about magic, or even ask questions about potions or spells. Yet,
The whole time he possessed a magical item. A dragon's helmet. I know he did this to protect me from the harmful effects of magic. Magical things are locked in this wardrobe. Surely there are some things in there I could use. I doubt the most harmless magic is as dangerous as everyone says. Не, я запуталась. Еще много локаций. Мне еще синюю надо. А, цветок. Зонтик волшебный, он задерживает я. Блин, у нас в реплике был такой зонтик, как ни странно. Популярная, видимо, идея, что зонтиками можно от яда защищаться. На ёжику больше нельзя нажать. Жаль. Так, а что там для зелья надо? У меня... А, кровь старого дракона. Блин, где ее возьму? Храм, арк. Что за арк? А, я могу сюда зайти? Here it is. There's nothing on the other side of the arch. Could the arch actually be a portal to another world? Sure it is. There's nothing on the other side. Это нужно зелье, чтобы... А, наверное, да. Как оно там называется? Зелье лунного света. Ни хера не понятно. Весело вам там? Где я что не нашла? А, ясно, понятно. Кто-то не очень умный. Верните все круги так, чтобы центр лабиринта был соединен со всеми четырьмя кристаллами. Господи, как ты неудобно крутишься. Вернись. Блин, она супер неудобная, капец. Ну, точно так должна соединяться, по-моему, они как-то... Блин, господи, за шо? Нет, было же правильно. Угу. Зеленый, что с тобой не так? Зеленый? Ну, в принципе, и у желтого проблема.
Все плохо. Короче, первая часть неправильная, да. Ну, клип я видела. Тут по-другому надо или нет, я не пойму. Вот это же, по идее, тоже должно быть заполнено. Или все-таки нет? Может, они тоже крутятся, нет? Нет, они не крутятся. Да блин! Нет! Все было же нормально, господи! Почему она такая неудобная? Спасите! Как вернуть? Ну, нормально, я видела, что все хорошо было. Дурацкая загадка. Нет. Нет, так я первый раз делал. Блин, она меня бесит. Я понимаю, что она легкая, но крутить неудобно. Цепляется за мышку. Перестань так делать, ты меня ужасно бесишь. И все, я думала, вот это должно быть тоже заполнено. Так, это чё? Фишка с тигром? А где были эти фишки, которые? Угу. Это кровь дракона. Как необычно здесь все устроено. Да уж. Откуда у вас кровь дракона завалялась в фонтанчик? Все ингредиенты собраны. Кровь, скорлупа, монета, корень. Ну, началось. А тут можно зафакапить? Типа, если я истолкую не скорлупу, а что-то другое? Наверное, нет. Руди Терра, парни любят гач. Да-да, утешай себя. Корень блестящего яса. Ну да, она типа... Гарри Поттер. Ну да. Нам нужна Гермиона, которая знает, как правильно. А эту херню натереть, блин. Боже.
Интересно, если супер криво чертит. Зелье лунного света? И чё? Here it is. There's nothing on the other side of the arch. Ладно, так. Мультик? Какой? Они должны отражать свет. Такие загадки я люблю, они прикольные. Ну вот, не помню. Может, я видела. Медальон заряжен. I charged Selena's locket. Now I can open the gate to the other world and find Aurelio. Там надо статую его отдать, понятно. Блин, может с батей попрощаться? Нет? Не хочешь? Пойдем с батей попрощаемся. Darling, I meant well. Ну ладно. Такая ты дочь, конечно. Я чувствую, что сейчас что-то должно произойти. Сам воздух дрожит от напряжения. Блин, у нее глаза красным загорелись. Я бы не очень радовалась. Так. Сюжет. О боже. Как у нее голова так повернулась. О, сказочный мир. О, это Рапунцель. Высоченный, интересно, кто же живет там кто-то. Это коса, Рапунцель. Ты слепая, что ли? Интересно, кто там живет. Там живет Рапунцель. Если бы я не спешила, обязательно бы рассмотрела эту красоту. У нас такое делать не умеем. Мы никуда не спешим. Деревья здесь совсем другие, странные и прекрасные. Будь рядом, Аурелио рассказал бы про этот лес. Никогда не видела такого. Дерево изнутри тлеет. Что за напасть такая? Тут требуется какой-то синий. Невероятно, дерево не выдержало жара. Этот кустик совсем зеленый, неспроста. Блин, я ну, тут что-то не нашла. Не лучшая идея нести воду в руках. Так, я вот думаю. Сколько у нас стрим? 2 часа уже? Наверное, надо завязывать. Да, да. Я думаю, да. И плюс у нас... The monsters that kidnapped Aurelio must be nearby. I need to hurry, but also be careful. There's no telling what kind of beasts roam in these woods. I might meet more than elves on these forest trails. Прекрасно. Мне игра как-то скажет, если я пропущу бумажку или нет. 27%, нифига, почти 30%. Хорошо. Ну, короче, буду заканчивать.
красиво тут, конечно, я бы дальше никуда не ходила. Спасать еще непонятно кого. Кому оно надо. На самом деле весело, блин, я бы еще даже поиграла, но как-то надо спать. Мне весело. Да, все. Спасибо, что смотрели. Спокойной ночи.